Всем любителям бокса привет. В моей коллекции появились одни из самых удачных боксерских перчаток, произведенных в Таиланде, а именно перчатки Venom Giant 3.0. Бренд Venom, родина бренда Америка, перчатки производятся только в Таиланде. Это одни из немногих перчаток в кожаном исполнении бренда Venom. Там буквально на пальцах можно пересчитать там 5 моделей, которые в кожаном, все остальные порядка 40 моделей вне в кожаном исполнении. Самая удачная версия перчаток Venom Giant 3.0. А с самой перчатки. Перчатка вся кожаная. Хороший пошив. Изначально изогнутый дизайн для удобной посадки руки. Руку не надо доворачивать. Уже довернутая форма перчатки. Хороший наполнитель. Довольно много, как для тайских перчаток, наполнителя. Наполнитель средней жесткости. По опыту могу сказать, что как в перчатках Powerlock, он со временем, причем не продолжительное время, становится довольно мягким. Перчатки полноразмерные, в отличие от других 12-унцовых перчаток других брендов. Специальная вставка, чтобы не было обратного изгиба перчатки. Окружность ладони 23 сантиметра. Рука заходит свободно. Места внутри много. Перчатка полноразмерная, достаточно для бинтования. Хорошая фиксация перчатки. Удобный доворот. Хорошая анатомическая посадка большого пальца. Мягкая подушка для подставок. Липучка вшита в шов. Жесткая верхняя часть на запястье и мягкая внутренняя часть. Шелковая подкладка. Это дерматин, скорее всего. Обшив не кожаный. Окантовка перчатки не кожаная. Вся остальная перчатка кожаная. Хорошая вентиляция перчатки. Хорошая на ощущение по качеству кожи перчатки. Трехслойный пенный комплект. Три слоя пены здесь. На основе этих перчаток разработаны перчатки Giant 2.0. Venom Pro серия, там Loma Edition, Linares Edition, только там с другим немножко наполнением. Но форма и дизайн практически взяты за основу Venom Giant 3.0. Перчатки довольно приличные. Удобные на руке. По весу. Заявленный вес 12 унций. Реальный вес 12,3 правая, 12,28 левая. Вес практически соответствует заявленному.